Во Дворце искусств не смолкает детский смех. Сегодня здесь самые талантливые ребята. Отличники в учебе и спорте, победители олимпиад и творческих конкурсов. Для каждого из них 2021 стал годом личных успехов. Был очень интересный, нашла много новых друзей. Побыла, попала буквально везде, где хотела, исполнила свои мечты. В учебе все хорошо было, одни девятки, десятки. Хорошо, что прошли мои день рождения, никто у нас не болел в этом году. Я, бабушке помогал, дедушке там картошку копал, не знаю. А учился как? Хорошо учился. Какие оценки в дневнике? Десятки, девятки. Тетради и учебники можно отложить в сторону, наступает время волшебства. Дети ждут чуда, взрослые исполняют мечты. Попасть на главное новогоднее представление города – желание многих мальчишек и девчонок. Ведь поздравляет юных бобруйчан сам мэр Бобруйска. Хочу вам пожелать здоровья, чтобы вы обрели новых друзей. И самое главное, чтобы все, что вы себе задумали в Новый год, у вас получилось. И, конечно, каждый ребенок получает подарок. Александра Студнева тоже с пустыми руками не отпускают. От детей блестящий шар с копией главной елки на площади Ленина. Но на этом сюрпризы не заканчиваются. В зале есть именинник. Леша Карпов этот день рождения точно запомнит навсегда. Ведь не на каждый праздник тебя лично поздравляет председатель горисполкома. Ребята, а теперь все вместе! С днем рождения! С днем рождения! Мне сказали то, что сюрприз будет, но я прям не ожидал, что такой сюрприз, что меня прям весь ДК поздравлять будет. А теперь сказка. Ребята отправляются на восток. На сцене Дворца искусств новогодние приключения Аладдина. Любовь, дружба, испытания и, конечно, победа добра над злом. По-настоящему волшебная история. Здесь из Индии дары, есть атласы и шелка. А ведь та самая волшебная сила живет в каждом из нас. Это доброта и любовь, взаимопонимание и поддержка. Поэтому в эти новогодние дни так важно помочь сохранить веру в чудо. Максим Кембель, Станислав Чечерин, Максим Галионко, Бобруйск, 360.